Сейчас у нас начался уже первый тур зимнего первенства города Москвы. Поэтому это первые игры. Все вышли после каникул, вот неделю потренировались и уже начали играть. Значит, турнир по поводу своего представительства, он расширяется. Значит, более сильные уже приезжают команды. Клубные, это и Рубин тоже в этом году участвует. Сейчас, по сравнению с прошлым годом, добавилась еще одна команда. Это Егорьевский Сатурн в Академии. И поэтому игры, вот, даже если можно сказать, по сегодняшнему дню, очень интересно, очень напряженные. Игра, товарищ. Хоть не всего неделя тренировок, но такие игры были очень интересные и содержательные. Давай. Отлично было. Ничего не останавливает. Кто отбирает? Да. Начинай атаку. Думай. Это хорошо. Хорош ход. Ну, это, опять-таки, первая игра, первые игры. Значит, здесь много ребят, которые к нам приехали тоже на просмотр, тоже пытаются себя проявить. Те ребята, которые у нас остались, тоже соревнуются и конкурируют. Поэтому очень интересно, и наши ребята радуют, прогрессируют. Так и должно быть. Происходят ли сейчас какие-то организационные или структурные изменения в футбольной школе ЦСКА? Ну, школа у нас постоянно развивается благодаря футбольному клубу нашему. И новые поля, и новая база расширяется. И большое спасибо и тоже и большому ЦСКА, нашему клубу, что есть возможность манежа тоже тренироваться в зимнее время. Хотели бы вы что-нибудь от себя лично добавить в продолжение к нашему разговору? Чтобы больше детей приходило и играли в футбол, чтобы любили футбол, прогрессировали и могли защищать честь и клуба, и страны на самом высоком уровне. Как вы считаете, интерес к футболу у нас в стране по-прежнему высокий? По-прежнему звонят родители, просят просмотреть детей? Конечно, конечно, конечно. Здесь малыши и постоянно звонят. У нас постоянно просмотры, там, 9-й, 8-й, 7-й год. Очень много людей приходит, пробуется. Поэтому интерес такой же большой. Это радует. Мы бегаем с мячом. Спасибо. Что на бороде делаешь? Внимательно, Лукаш, по стенке внимательно.